Значит, команда «Дни скорой помощи», Николаев Андрей Гаврилович, капитан команды. Прокомментируйте итог матча с участием вашей команды. Ну, во-первых, я хочу отметить, что игра была очень интересная, динамичная. Вот. Были возможности как бы у нас тоже провести, но играли нерезультативно. Команда противника была более организована, комбинировала лучше, вот, и хорошо реализовала свои моменты.